Академии Университи, ребенок, которого звали Тимми Банни, пришел домой весь кровавый, все кровище. Его родители начали судить о его жуткой боли. Короче, поехали со своей женой спасать ребенка из детского садика. И когда мы приехали, сразу зашли в кабинетик детского садика. И он такой вообще кровище, ужас. Вот там мы его привозили домой, прямо укрыли белыми полотенечками. Он такой ужас произошел прямо с моим ребенком. Вообще, просто ужас. Прямо какой капец происходит с моим ребенком. Как жутейшая ситуация, которая произошла прямо с моим ребенком. Мой ребенок уже убитый, почти убитый. Но он все еще живой пока что. Но кровище прямо льется везде. Из его лица, а также из его тела. Ну это ужас какой. Ребята, все, кто смотрит Акты новости, пожалуйста, поддержите моего ребенка, потому что моего ребенка, потому что ему так больно, так настолько больно, что учитель его просто почти убил. А также наши новости скоро начнется.